Все мы знаем, что когда идея овладевает массами, то не остановить. Часть нашего общества, особенно крупных чиновников, тоже овладела идея дернуть из этой рашки с непосильно нажитым. Но лыжи каждый вострит по-своему. Анатолий Борисович Чубайс снялся, как перелетная птичка, и улетел. Алла Борисовна Пугачева туда-сюда как-то она еще не определилась. И образовался еще один кандидат на роль перелетной птички. Алексей Леонидович Кудрин, многолетний и лучший в мире по английской версии министр финансов, уходит с поста начальника счетной палаты. Договорился с вождем. Счетная палата – это та, которая должна наблюдать за теми, кто тырит деньги. Финансовая прокуратура. И куда уходит? В Яндекс, который специально под эту дату разделился. Причем одна часть этого самого Яндекса будет теперь в Голландии. А в какой будет Алексей Леонидович, которому отпишут 5% акций Яндекса, пока неизвестно.